Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор такого компонента, как эластин. Это структурный белок, который очень необходим нашей коже, как лица, так и тела. Он не забивает поры, поэтому его можно использовать в косметике, в дезодорантах, антиперспирантах, потому что он не забивает сальные железы, поэтому не будет никакого воспаления. Никаких проблем. Он прекрасно омолаживает кожу, поэтому его используют в косметике от морщин. Он разглаживает кожу, морщинки мимически проходят практически сразу, глубокие морщины пройдут со временем, если ним пользоваться регулярно. Он восстанавливает эластичность, то есть если кожа у вас уже, вы видите, много обвисла, уже не такая упругая, как раньше, тогда эластин вам поможет снова сделать ее упругой и красивой. Также его можно использовать в натуральном мыле, можно умываться, и это мыло не будет сушить кожу, можно будет не только руки мыть, но и лицо. Также добавляют его в крема, в сыворотки, в маски с легким эффектом. Также можно добавлять и в шампуни, волосы будут у вас красивые, шелковистые, пропадет перхоть, волосы не будут ломкими, будут лучше расти и будут меньше выпадать. Также прекрасно он еще и для ногтей. Если делать, например, сделать крем для рук и добавить туда немного эластина, то руки будут, кожа будет рук подтянутая, исчезнут морщинки. Как известно, кожа рук тоже стареет и тоже нуждается в уходе. Ногти тоже будут у вас здоровыми и крепкими, не будут ломаться. А также можно еще добавлять в различные маски, в скрабы. Я покажу его более детально. Вот такая упаковочка. Бутылочка, он у нас идет фасовкой 25 грамм, поставщик Германия. Спасибо, что посетили мой канал. В прошлый раз я делала обзор соли Мертвого моря, вы сможете увидеть ссылочку на это видео под этим обзором. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. Хорошего вам настроения!